Для укрепления рассады перцев и томатов можно применить следующую подкормку, даже до ее пикировки по отдельным емкостям, а можно применить через неделю после пикировки. Для этого нам понадобится развести в 1 литре воды пол чайной ложки сахарного песка, который наполняет растение энергией и способствует его быстрому росту и улучшению фотосинтеза, пол чайной ложки триходермина, который обогащает землю гумусом, улучшает ее структуру и очищает ее от болезнетворных грибков, и пол чайной ложки янтарной кислоты, которая стимулирует рост растений и способствует развитию корневой системы. Все тщательно размешать и поливать по 1 чайной ложке под каждое растение. Эта подкормка помогает укрепить даже самые слабые росточки.